Our next fight will be under 70 kilograms division. Ladies and gentlemen, this is a co-main event. Introducing first in the ring, make some noise, from Romania to Andrei Leustan. Ну что ж, все главное событие нашего сегодняшнего бойцовского вечера. Турнир ICB в Румынии, и первым приглашается в ринг Андрей Леустян. Но его, мы все прекрасно помним по его поединку на турнире King of Kings. И сам он сошелся в противостоянии с Артуром Кишенко, известным титулованным украинским кикбоксером, и проиграл ему в итоге решение судей. Но бой закатил тогда приз. Tire and threads that won't expire. I'm in the class of my own, my teacher got fired. Money getting low, pussy rate keep rising. Versace outfit cost me 3,000. From the peak houses, did it from the weak hours. Selling that chicken, no lemon pepper, no sweet and sour. First you get the power, then you get respect. I'm getting so much. Introducing his opponent into the white corner. Ladies and gentlemen, he is coming from Russia. Make some noise for the Predator, Dotsyev! Ну что ж, и наш прославленный спортсмен Dotsyev. Причем интересно, что этот поединок будет проходить в категории до 70 килограммов, в то время как по любителям Dotsyev боксирует именно 75. Но в своем интервью Dotsyev говорил о том, что он собирается в профи боксировать именно в этом весе, потому что в этой категории собраны, по его словам, опять же, все сильнейшие спортсмены мира. И он хочет сражаться с лучшими, побеждать лучших и самому быть лучшим. Как чемпион мира, Европы, России, капитан сборной России по кикбоксингу Dotsyev, вашему вниманию. К большому сожалению, не так давно Dotsyev проиграл французу Йоанну Ледонову в бою за звание чемпиона мира. Очень спорным был этот вердикт судейский, но поединок проходил в Монте-Карло, боксировал с французом Йоанном Ледоном. И в итоге решением судей, увы, Dotsyev проиграл. Также Dotsyev сразу же предложил сопернику бой реванш. Уж не знаю, как там все в итоге сложится, но так или иначе. Вот есть такое обидное поражение у Dotsyev в карьере. Dotsyev — настоящая звезда российского и мирового кикбоксинга, безо всякого преувеличения. И сейчас, конечно, все болеть и поддерживают его. And now, presenting the black corner, weighing 76 kilograms, height 1.8 meters, having a personal record of 9 wins, 3 losses, 0 draw, 6 by knockout. Ladies and gentlemen, representing Romania, make some noise for Andrei Presenting the right corner, weighing 70 kilograms, height 1.77 meters, having a personal record of 9 wins, 1 loss, 0 draw, 5 by knockout. He represents the Gato team. Ladies and gentlemen, from Russia, make some noise for the Predator, Referee in the ring, Luciano Delco. Luciano Delco, бессменный сегодня рефери. No grappling. Listen every time to my commands. When I said stop, stop any action. Protect yourself every time. I want a clean fight. Shake hands. Step back. Judge. Judge, time! Fight! Итак, первый раунд. Dotsyev против Андрея Леуштяна. Сразу начинает Dotsyev с хайкика, поскользнулся. Но главное, что все без травм. Продолжается бой. Левый по туловищу. Исполнение
Очень не хочется, чтобы вот этот поединок превратился в продолжение боя предыдущего, когда Саид Магомедов вынужден был очень много времени проводить в клинче. Поддавливает Даци. Хорошая комбинация. Правый, по-моему, зашел. С этого ракурса было не очень хорошо видно. Да ладно, не зашел здесь. Зайдет в следующий раз обязательно. Неплохо по туловищу пробивает Леуштян. Подкрадывается Даци, раскачивает на ногах, раздергивает. Вон. Хороший удар по туловищу. Эй, step back. Fight. Еще раз по корпусу, но не зашло. И неплохо в контратаке Леуштян действует. Попал справа Даци. Здорово. Заставляет соперника он своими комбинациями уходить в глухую оборону. Очень неплохая комбинация, и мы слышим указание из угла Даци, что после того, как соперник проваливается, необходимо подхватывать его, да, и, ну, опять же, не в прямом смысле, да, а комбинациями, своими ударами, и наказывать за вот эти ошибки. Стоп! Step back! Fight! Очень хорошо поживает соперника Даци, лишает пространства. Атака, и тут же следует ответ от Леуштяна. Показывает Даци, вроде бы, что был удар локтем. По туловищу слева попадает Леуштян. Кстати, для Даци это первый бой под эгидой Лиги СИБИ. Хочется верить, что не последний. В своем интервью также Даци говорил о том, что готовился он в Саратове к этому поединку, что помогали ему очень опытные ребята, у которых за плечами много профессиональных боев. Начало боя Дациева, когда он исполнил хай-кик, но слишком переусердствовал. Так, второй раунд. Даци Дациев против Андрея Леуштяна. Очень хороший лоу-кик, жесткий в исполнении россиянина. Здорово, опять Даци проваливает соперника. И только лишь уцепившись за канаты, Леуштян сохранил равновесие. Достаточно размашистые атаки Леуштяна. Даци ситуацию полностью контролирует. Вертушечка. Отличная комбинация показывает Леуштян. Он, кстати, и в бою с Артуром Кишенко вел себя примерно так же. Брейк!
попытался пробить под опорную ногу Люштян. Отличная комбинация, левый сбоку проходит у Даци. Пропустил Даци, серьезный удар справа. Вынужден подниматься. Неожиданно и крайне неприятно для нас с вами. Показывает Даци, что с ним все хорошо, все в порядке. Но вот так немножечко заигрался Даци, к большому сожалению, и пропустил очень сильный удар справа. Ну, сейчас посмотрим, сумеет ли Даци восстановиться. Естественно, бежит добивать соперника Андрей Люштян. Да, и говорят Даци, чтобы он не торопился, не бежал во что бы то ни стало брать реванш, восстановился. Но это и понятно, Даци очень опытный спортсмен. И, разумеется, он не будет сейчас форсировать и пропускает, продолжает пропускать Даци, к большому сожалению. Минута, надо потерпеть. Минута до завершения второго раунда. Брейк была команда. Что такое? Очень тяжело сейчас приходится даться до цели, ну, по крайней мере, непросто. Слышу также отчет команды «Не дерись». Надо чуть подвигаться, восстановиться, выиграть время. И затем уже в третьем раунде давать достойный ответ. Поменял стойку Даци. Стоп! Step back! Fight! Здорово, по туловищу бьет россиянин. Стоп! Завершен второй раунд. К сожалению, сложился он для нас с вами и для Даци, в частности, не слишком успешно. Можно говорить о том, что это шальной удар пришел? Да, конечно, можно говорить, но в мире же в жизни не бывает случайностей. Так, разобраться, да, на чистоту. И я думаю, что на повторе мы увидим с вами, что же произошло в том эпизоде. Так случилось, что Даци многоопытный, титулованный боец пропустил вот такой удар. Дефективная комбинация от Даци. Да, ну и вот. Начал с левого по туловищу Люштян и затем правый боковой нанес. Смотрите, какой размашистый удар, а вот правый боковой получился очень коротеньким. Third and final round. Третий и заключительный раунд. Ну что ж, Даци. Хотелось бы очень, чтобы Даци смог прибавить. И вот за тот самый нокдаун рассчитаться. Бежал соперник в угол Даци. И опять, посмотрите, навстречу попадает Люштян. Еще опять хороший удар по корпусу и продолжает Даци работать в область печени. И тут же идет команда не выпускать с угла. Понятно. Хорошо по корпусу и здорово левый сбоку. Попадает Даци. Даци все прекрасно понимает. Мы слышим, как советуют Даци его менять уровни своих атак, работать в туловище, потом переводить на голову. И вот опять довольно опасные удары в исполнении Андрея Люштяна. Здорово. Заходит удар в печень Даци, но как-то Люштян на них плохо реагирует. Ну, плохо для нас с вами, конечно. Стоп!
раз. Хорошо, вот сейчас было жестко, достаточно плотно. Продолжился Даци. В основном принимает удары в себя Андрей Леуштян. Много находится в обороне. Здорово, опять справа наносит удар Даци. Принимает он удары в блок. Ну, видимо, да, уже рассчитывает доработать этот поединок до конца. И там уже обратиться к судейским запискам. Да, вертушки, наверное, сейчас нужны. Необходимо действовать максимально эффективно. Продолжает давить оппонента Даци. Дациев хочет он вырвать себе эту победу. Вот если бы не тот нокдаун, я думаю, что победа была бы за ним. А здесь уже не уверен. Все-таки боксирует с румыном на его территории. Разное бывает. И сам Дациев в своих интервью рассказывал, что всякие ситуации с ним приключались. И в рамках России, сборной России, да, когда они везли его на турнир, это, опять же, его интервью. И когда были спорные судейские решения, например, с Йоном Ледоном, когда потерял пояс чемпиона Даци. Просто специально выплюнул капу. Мне так показалось, Андрей Леуштян. Не было там. О, еще и капа ушла гулять туда, куда-то в зрительный зал. Здесь надо, знаете, как в футболе. Дополнительное время, дополнительные минуты давать, такие вещи. Ну или просто время останавливать, чтобы время было чистым. Каждая остановка – это остановка времени. Ну вот, пожалуй, и все. Бой завершен, и здесь я не берусь предсказать, кому отдадут победу. Даже если брать во внимание то, что Дациев, допустим, выиграл первый и третий раунды. Это 10 очков, да? А Леуштяну выиграл раунд со счетом 10-8, то сами понимаете, что здесь равенство получается. Потому что третий раунд явно за Даци. Первый раунд я бы тоже отдал Даци Дациеву. Пытаясь мыслить максимально объективно, подчеркиваю, да, я бы отдал именно Даци Дациеву. Единогласное решение судей. The Black Corner! Андрей Леуштян! Проиграл. Проиграл Даци Дациев. К большому сожалению, Андрей Леуштян одержал победу. Но согласитесь, если бы не тот самый нокдаун, то...